Добро пожаловать на канал Harders at Info. Передо мной находится устройство Nubia Red Magic 5S. И сейчас я покажу вам, как добавить блокировку на приложение. Итак, для этого мы переходим в настройки, после этого переходим в безопасность. И здесь мы выбираем блокировка приложений. Нажимаем включить. И после этого мы выбираем какой-нибудь пароль. Нажимаем продолжить и подтверждаем его. Нажимаем ОК. Здесь мы добавляем... Точнее, здесь нам предлагают вопрос, на который мы должны придумать ответ, чтобы потом было проще восстановить, например, пароль, если мы его забудем. Вот, вводим какой-нибудь ответ, нажимаем ОК, и теперь выбираем, на какое приложение добавить блокировку, например, на галерею. И после этого заходим, нажимаем в галерею, нажимаем на галерею, и теперь у нас запрашивается пароль. Желательно еще пароль устанавливать не такой же, как... на вашем экране блокировки. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.